ведь. Солнце. Боже, ты огурчик съешь. Бельчонок себя прогнал, а этот бельчонок прогнал другого сейчас. Тот трусливый какой-то. Давай. Я огурчик поедим. Вот этого он прогнал. Злодея. Ты что, все, поел? Злодей. Дай. Давай сюда иди. Красавец какой, а. Ты что, больше не будешь? Огурчик? Солнце. Давай. Чуть-чуть еще. Солнце. Нет, говорит, не буду я, огурцы ваши. Подожди. А я еще бельчонкам грибочки не давал. Солнце. Как ты к грибочкам относишься? Злодей. Злой дятел там сзади. Злой дятел, говорит. Нет, говорит, не буду я. Хорошенький какой. Нет, тот бельчонок трусливый, я пытался снять. Ничего не... Это злой дятел. А, нет, это... Это зяблик. Зяблик напугал сейчас. Давай, возвращайся. Возвращаюсь, говорит, я возвращаюсь. Смотри, какая вещь. Хорошая вещь, говорит. Какая вещь хорошая. Не надо, не надо, за пальцы. За пальцы не надо. Солнце. Какой ты молодец. Какой ты молодец. А вот если бы тебя еще погладить бы, а, солнце. Погладить тебя еще. Солнце. Еще и гладится дает. Какая прелесть. Какой ты хорошенький. Кто-то напугал его. Сейчас он вернется. Я сейчас вернусь, говорит. Не уходите никуда. Тут еще один бельчонок бегает, вон там. Давай, возвращайся. А я, говорит, вернулся. Подожди, ты у нас, слышь, грибочек не ел. Солнце. Давай, грибочек. Ну так чуть-чуть, ну, по-моему, надкусил чуть-чуть. Чуть-чуть я надкусил, говорит, еще. Злодей.
Он смотрит за тем бельчонком, который бегает у скамейки там. Убежал, убежал. Солнце. Давай, огурчик. Бельчонок понял, что что-то не то происходит, ему огурчики дают орешки. Понял, что это какой-то развод. Злодей убежал. Все, убежал. Он, кстати, на дереве сейчас, на котором дупло бельчачье. Не знаю, добежит он до него или нет. Злодей какой. Понял, что что-то не то происходит. Не бывает так в жизни, чтобы тебе и грибочки тебе... Вон там, кстати, в этом дупло, у развилки. Где-то морковку по дороге нашел. Ну все. Такое видео с бельчонком.